Відкрита трибуна. Як ви ставитесь до того, що у заповідній зоні Красної Балки почнуть видобувати кварцити? В принципі, нормально отношусь. Це нові робочі місця, город не стоїть на місці, город розвивається. В принципі, кварцит, наскільки я знаю, це цінна порода. Тому, можливо, це як-то улучшить життя наших горожан і дасть нові робочі місця. Ну, я отношусь к этому не очень положительно, так как карьер будет вырыт на заповедной зоне, а в этой заповедной зоне растения, которые занесены в Красную книгу, растения, животные могут очень сильно пострадать. И плюс это еще повлияет на геоструктуру нашего города, то есть будет больше загрязнений, будет больше отвалов. Я думаю, в Крем Роге не так много зеленых зон, и очень мало растений, которые занесены в Красную книгу. Я думаю, нужно это сберечь, а проблему с безработицей нужно решать иными путями. Конечно, промышленность – это хорошо, но я не вижу смысла вредить заповедной зоне, так как с добычей кварцита у нас не было проблем. Ой, я даже не слышал, но я думаю, в этом необходимости нет, так как у нас город и так грязный. Загрязнять его больше, я думаю, нет смысла. Я отношусь отрицательно. Даже если это новые рабочие места, это все же повредит нашей экологии. Потому что и так город не особо чист. И рабочие места можно найти по-другому. Открыта трибуна.